саженцы клематиса Халина Нол не оставят равнодушными тех цветоводов, которые предпочитают оригинальность и необычность. Польский сорт зацветает довольно рано, в начале мая. Цветки белые с едва заметным розовым оттенком. По центру каждого чашелистика есть светло-зеленая полоска, тычинки желтые. Декоративная лиана может карабкаться по любым опорам. Хвойным и лиственным деревьям, кустарникам, колышкам, ограждениям, беседкам. Чтобы крупномер Халина Нол смотрелся эффектнее, следует обеспечить ему темный фон и соорудить декоративную опору, например, решетку или арку. Клематис гибридный Халина Нол — это лианы высотой от 150 до 200 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль, август. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14-18 см. Обрезать растение нужно на высоте 150 см. Клематис гибридный Халина Нол создал W. Нол, Польша.